И снова всем привет, друзья! Вы на канале УНБ. Вот такое радостное событие. Сейчас уже 11:30 вечера. Пишу это видео. Приехал специально на работу. Всех поздравляю. Спасибо всем, кто дождался открытия канала. Все видео сохранены, ребята, но небольшой беспорядок в плейлистах, в порядке видео. Позже мы будем разбираться на канале, более 1500 видео, поэтому не все так сразу сделается. И совсем скоро вы увидите, может быть, даже завтра мы зальем уже видео, которое мы приготовили для вас, очень полезное видео по работе с ржавчиной. Хотелось бы выразить благодарность своей партнерской программе Air. Ссылочка на нее будет в описании под видео, в помощи. Хотелось бы также выразить свою благодарность своей службе безопасности. Ребята сработали очень слаженно, особенно начальник службы безопасности. Уже заговариваюсь, просто, ребята, действительно очень счастлив, очень рад. Месяц этот дался нам не очень легко, но за это время мы очень много продумали, сгруппировали свои силы, очень много познали в этой теме, в охране канала, в возврате канала. И уверяю вас, товарищи, если у вас есть партнерская программа, если вы действительно хозяин аккаунта и у вас угнали аккаунт, не впадайте в панику. Вам канал вернут, даже если его перепишут на другой номер, даже если его перепродадут. Если у вас есть партнерская программа, это будет еще быстрее. Но на это немножко потребуется времени. У нас там небольшая путаница произошла, так как наш канал заказали конкуренты. Это некая фирма HB. Потом я расскажу. И скоро на канале вы увидите разоблачение их. И мы дело доведем до суда, потому что мы знаем, кто угнал канал. У нас есть все доказательства. У нас есть вся доказательная база, все IP-адреса, все, что происходило, есть. То есть об этом позаботились доброжелатели. Да, это тоже вы скоро увидите на канале. Ну и канал дальше продолжит свою работу в обычном режиме. Будет много полезных видео, много видеоуроков, много обзоров материалов, много секретов, много всего-всего-всего. Всем выражаю благодарность за терпение, за ожидание. Подписывайтесь на канал, не отписывайтесь. И будем двигаться дальше. Отдельное спасибо Владиславу, который даже сегодня вот в 23 часа выходил на связь, помог разобраться, как там что подключить, потому что канал не настроенный весь вернули, правда, со всеми видео, с подписчиками, не всеми, но 466 тысяч подписчиков там осталось, и это радует. Ну, вот такая вот хорошая новость. Будем немножко приводить себя в порядок, приводить канал в порядок. Подписываемся на канал, не забываем поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А также под видео вы увидите ссылочку на партнерскую программу. Подписывайтесь на партнерскую программу, и у вас не будет проблем с восстановлением канала, даже если вы продаете. Мой канал продали 3 раза, пока я его восстанавливал. Не покупайте чужие каналы, ребята. Google вернет канал хозяину, и вы потратите деньги зря. Это первое. Даже если у вас полностью удалят все видео с канала, либо закроют, все равно видео все вернут. Они находятся в Гугле на сервере. И Google никто вам не будет ломать ни за какие деньги. Вот так вот. И что еще хочу сказать? Все, в принципе-то, на этом все. Подписываемся на канал, ставим звездочки. В описании под видео ссылка на партнерку, ссылка на телеграм-канал, где вы будете узнавать первыми новости, где у вас будет возможность поучаствовать в конкурсах призовых. Также будет разыгрываться очень скоро бесплатное обучение в школе УНБ по краске. И также скоро мы запустим свою линейку материалов после коронавируса, то есть продолжим свою работу. А также ссылочка на телеграм-чат, где люди играют в игры, общаются, задают друг другу вопросы.
получают на них ответы, дают кому-то советы, сами советуются, показывают какие-то свои видео, то есть какой-то косячок у них там произошел, показали видео, тут же получили ответ. Я в чате очень много, и там вы со мной свяжетесь быстрее, чем где-то в других соцсетях, ВКонтакте и т.д. Ланька, много слишком информации, на сегодня все, ждем видео, скоро видео выйдет по ржавчине. Подписываемся на канал, ставим лайк обязательно, делимся этим видео. А на сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.